Всем привет! Сегодня я буду жарить мозги. В моем случае это будут свиные мозги. Это считается деликатесом. Это необычайно вкусно и полезное блюдо само собой. Сам по себе продукт очень дешевый. Я думаю, он доступен практически всем, кто желает это попробовать. Поэтому делюсь с вами этим рецептом, так как я помню этот рецепт из детства. На самом деле не готовила его сама лично ни разу. Сегодня я просто шла по рынку, наткнулась, мне понравилось, и я решила использовать эту идею для видео. Покажу вам, как буду их готовить я впервые, но мама моя готовила в детстве их часто. У меня уже здесь готова вода, кипяток, которая закипела. Туда я добавила соль, перец горошком, лаврушку и немного уксуса налила. И, в принципе, все, она уже закипела, она ждет того часа, когда я туда буду уже отправлять мозги. Сейчас я покажу, которые нужны все остальные ингредиенты, и мы приступим. Сейчас у меня на столе непосредственно мозги, черный перец молотый, уксус, который я сейчас еще добавлю в воду, куркума, соль, мука и яйца, это для кляра. Я сейчас буду сначала отваривать мозги, а потом буду их еще обжаривать в кляре. У меня здесь кипит вода. Я сюда выливаю уксус. И буду сюда отправлять мозги. Они у меня уже промыты. В некоторых рецептах пишут, что нужно удалять из них пленочку, но я этого делать не буду, так как считаю, что это не нужно. Сейчас делаю огонь больше, накрываю крышкой и жду, пока они закипят. После того, как закипят, они должны примерно минут 5 провариться. И после этого я выключаю воду и даю им еще 20 минут в этой воде побыть. Только после этого буду их доставать. 5 минут у меня мозги проварились. Сейчас я их выключила и даю им 20 минут, чтобы они еще в этой воде побыли, после чего буду их доставать. Сейчас я достала мозги из горячей воды и поставила, чтобы они немного остыли, а тем временем я буду делать кляр. В мисочку мы разбиваем яйца. Немного солим. Немного перца добавлю. И куркуму. Куркума у нас, скорее всего, идет как цвет, чтобы был желтенький, красивенький цвет. Все это я взбалтываю. Вот в таком виде кляр у меня готов, и мука будет отдельно. Я буду обмакивать сначала в муке, потом в яйцо и потом на сковородку. Сковородка практически нагрелась, и дальше я попытаюсь как можно детальнее показать, так как у меня все не помещается в кадр. У меня здесь стоят мозги, здесь у меня кляр с яйцом и мука, которую я буду держать в руке. Все, дальше я говорить не буду, думаю, вы все поймете. Берем кусочек мозгов, обваливаем его в муке, потом в кляр с яйцом и потом уже на сковородку. На сковородке с двух сторон до золотистого цвета, и все готово.
Мой вердикт. Это вкусно, это немного полезно. Может быть, здесь нету всех тех свойств, которые есть в обычном мясе, но здесь тоже есть какие-то витамины, как тот же кальций, калий и все остальное. По консистенции напоминает чем-то рыбу. Вот рыба, которая идет жареная в кляре, но без рыбного запаха. Консистенция достаточно нежная, мне этот вкус очень нравится. И я скажу, что это блюдо не на каждый день, но как деликатес можно разбавить ваше меню и приготовить родным, пусть попробуют, если еще не пробовал никто. Желаю всем вам приятного аппетита. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока!